Друзья, всем добрый день. Мы на канале Дядя Федор из Германии. И сегодня мы с вами приготовим такие Flammkuchen Toast. Это вот такие вот перекус. Очень вкусные. Как мы их приготовим, я вам покажу, расскажу. Смотрите до конца это видео. Оставайтесь с нами. Ставьте лайки, кому понравится. Подписывайтесь на канал. Поехали. Друзья, чтобы приготовить Flammkuchen Toast, мне нужен сам хлеб Toast. 6 кусочков у меня. Вот такое вот нарезано кубиком сала копченое. Одна баночка крем-фреша. Одна луковица. Сыр теркой. У меня здесь моцарелла. Соль, перец. Паприка по вкусу. И для начала я порежу луковицу. Луковицу я буду нарезать вот такими соломкой. Лук я нарезал. Теперь мне надо обжарить вот этот сало. Сковородку слегка смазываю растительным маслом. И высыпаю сюда кусочки сала. Все это слегка обжариваю. Все это слегка обжарил и высыпаю в миску. В этой же сковородке я обжариваю лук. Лук обжариваю до золотистого цвета. Итак, наш лук тоже обжарился. Мы его также пересыпаем в миску. Теперь я сюда высыпал крем-фреш баночку. Насыпал немножко соли, черного перца и добавил красную молотую паприку. И все хорошенько размешаю. Получилась вот такая вот смесь, которой я буду смазывать эти тосты. Смазываю каждый кусочек. Хорошенько промазываю. Поверьте мне, это будет очень вкусно. Такая закусочка или, как сказать, перекус к чаю. Очень вкусно. У меня здесь осталось, так что я возьму еще один кусочек хлеба. Надеюсь, помещу его на противень. Теперь я беру обжаренный лучок. Немножко присыпаю лучком. Лук очень полезный. Чем больше лука кушаешь, тем здоровее будешь. Так что не жалейте лук. Лук всегда хорошо. Я вот у нас в Кауфланде был ангебот лука
5 килограмм, 2,29. Я взял аж 10 килограмм. Думаю, он у нас быстро уйдет. Получилось, где больше, где меньше, но это не важно. Главное, везде лук есть. Теперь я посыпаю вот этими салом. Все хорошо подрасчитал, хватило как раз на все 7 кусочков. И теперь я эту всю красоту присыпаю сыром тертым. Так хорошенько присыпаю. Он у меня, сыр слежался, надо его растребушить. Я уже предвкушаю, какая это будет вкуснятина. Сейчас я себе заварю чаек. Чаек я теперь пью через фильтр, кипячу. Это очень даже удобно и полезно. Очень чистая водичка. Я уже проверял прибором, сравнивал воду с этого фильтра, простую воду с крана и воду из бритвы фильтра. И получается совсем другой результат. Вода из-под крана прямо зашкаливает вредными веществами этими. Друзья, посмотрите, какая красота получилась. Сейчас я это все отправлю в духовку, разогретую на 180 градусов, минут на 15-20. Ну, посмотрим по состоянию, как она будет, чтобы они подрумянились хорошенько. Сделаю небольшой тест воды. Беру вот в этой красной кружке я набираю воду из-под крана. Вода из-под крана. Вот в этой кружке вода из-под этого фильтра. А сюда я набираю через фильтр акваглоба. Так. Замок открываем и набираем холодную воду. Хватит. Вот три разновидности воды. И теперь мы будем проверять вот этим прибором, замерять воду. Включаем, показывает 0. Теперь я опускаю в эту красную кружку из-под водопровода. У нас красным загорелось и показывает 214. Так, сбрасываем на 0, замеряем воду из под бритвы фильтра. Сто 119. Уже более-менее очищенная вода. Сбрасываем и замеряем воду из под акваглоба фильтра. 43. Даже красным не загорелось. Конечно, наверное, до нуля воду ничем нельзя очистить, никаким фильтром. Но это такой фильтр, который
все допустимой нормы вредных веществ. Такой небольшой тест я провел вам. Пока наш тост хлеб стоит в духовке, я хочу рассказать про этот фильтр, технические данные его показать. Это фильтр от фирмы Акваглоба. И вот технические данные вот этого прибора. Фоль фильтр композитивы. Действие фильтра 6-12 месяцев. Нах фильтр после 6-12 месяцев. Мембрана 12-24 монеты месяца. Гарантия. И лампы работают 60 месяцев гарантии. Запас воды можно туда наливать какие. При температуре 10, от 10 до 38 градусов. Температура воды, которая наливается. Давление воды 8-6 бар. Емкость 2,5 литра. И способность пропускать 10-15 литров в час. Температура воды можно для детей, которые кнопку нажимаешь «Беби», там 15 градусов, 50 градусов, чай 85 градусов и на кофе может 95 градусов. А не нагретую она нажимаешь на кнопку «Ром», «Унгекюльт». Электрические параметры здесь указаны. Вес, размер. Он весит, кстати, 6,5 килограмма. Совсем немного. Вот так этот фильтр выглядит. Вот для кофе специальную подставку можно такую тоже заказать. Вот такой круг. И сюда фильтр вставляешь, кофе насыпаешь, и она фильтруется сразу. И не надо никакой кофемашины. Она можно и кофе пить, и чай пить, и воду охлажденную пить. И также к этому фильтру можно выписать вот такие капли. Это витамины, цинк. Можно выписать B6, B12 витамин, железо. Также можно ароматизированные капли. Вот, например, тут какая-то ягода. Вишня, шиповник, мандариновые капли. Клубничные или малиновые. Короче, можно любые капли выписать или витамины, добавлять в воду, набирать холодную воду и пить. Также к этому фильтру можно выписать специальную соду. Это делать газированную воду. Фильтрованную газированную воду. Пока я вам объяснял про фильтр, у нас наши Flammkuchen уже готовые. Вот такие они получились, красивенькие, румяненькие. С сыром, с салом, с луком. А сейчас я себе налью зеленый чай. Чай. Он у меня сейчас заварится. Надо дозировку увеличить. Если
кнопкой нажимаешь, увеличиваешь дозировку, чтобы полный бокал был. Или несколько раз этот нажать, пока наполнится. Нажал, пошла, нажал, выключил. Вот такая система. Все, на замок поставили. При желании можно посыпать зеленым лучком. Кому нравится. И будем чай пить. Очень вкусный. Чувствуется лучок с салом, сыр. От того, что их намазали вот этим крем-фрешем, получается такой нежный, не сухари, ничего, а такой нежный вкус такой. Друзья, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Если у кого-то появится желание, интерес насчет фильтра, можете зайти в описание, я там оставлю ссылку. По промокоду можно дешевле получить его со скидкой. А с вами я на сегодня прощаюсь. Желаю вам всем крепкого здоровья, счастья, удачи, любви, мира во всем мире. До свидания. Пока-пока.